Такс, 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 что тут у нас? Диско Элизиум, ага. И Барракуда в придачу, если вдруг кто не знал. Так, чатик перезагружен. Все, что могло запуститься, запустилось. Те, кто хотели прийти, либо придут, либо уже тут. По крайней мере, я на это очень надеюсь. Да, каждый раз со стримами что-то новенькое. Чатик Ютуба так пока что и не работает. Но пока это не критично. Но зато он сам поменял название зачем-то на совершенно что-то другое. Просто ни дня без... Как это сказать? Без непослушания. А пока скажу привет чудесному, прекрасному, удивительному человеку, который всегда меня радует. И которого, я надеюсь, радует тоже. Тем временем, пока... Надо бы уже загрузить игру. Угу. И вспомни, чем-то, а чем я там занимался-то. Ах, да, я пришла к Еврарту. Сказал, что открыла дверь. Да, по-моему, что-то такое было. Можно уточнить. Да, и, кстати, я еще докопалась до переговорщицы из Wild Pines. И она мне вкратце описала всякое. Так, сегодня после 9 не забыть зайти в квартиру 28. Ну и переночевать, платить. Но с этим пока вроде нет проблем. Угу. Точно, а это Изабель и Лильен. Если я не ошибаюсь, то Лильен это женщина-рыбачка, которая будет по ту сторону реки. Править обратно в этот раз я, поскольку у меня не очень много мозгов, то я сотрудничаю с теми важными дядьками и наивно верю, что они мне чем-то помогут в ответ. Просто полный РПГ отыгрыш. Не самое сложное слово в русском языке. Чё ж такое? Чё началось-то? Ну ладно, ну ладно. Так. Да, и нужно показать Джойс свой... значок, чтобы она с нами поделилась информацией. Нужно как-то чем-то выпендриться перед Тайтусом, чтобы он хоть что-то нам тоже рассказал. Можно купить штаны у Куна. Не знаю, почему каждый раз, когда читаю вот, название этого задания. Who put the clothes trash? Who? It may take a while, действительно. Еще найти путь. Как пробраться в какой-то проход. Это, наверное, имеется в виду та голубая дверь, которая в кухне. Снять тело. Да, пора бы уже. Аскрат. Балтатус. Я бы у кого могла, того спросила. Что ж, ну ладно. Блин, как вижу, это дождь аж южится. Начинаю.
Верилу, да. Вряд ли что-то смогу сделать. Так. И да, я пока что буду бегать с плоскогубцами, или как они там, клещами и ломом. Ну так, на всякий случай. Как говорится, why not? Нет, к Межерхеду я не пойду. Right to work. Right to work. Так, я не знаю, можно ли что-то сделать с вот этими товарищами. Или, допустим, опять докопаться к нему. Looking for something, Ond? Huh? Coming to tell me to fuck off again? Wait, not. Да, я кружечку нашел. Твоя? Он уставился на желтую кружку и затем взорвался смехом. Ага, чувак, чувак. О, это великолепно. Ну так посмотрите на него. Ничего более смешного не видел. Она твоя? Ах, божечки, он вытер слезы из глаз. Ох, спасибо. Но нет, она не моя. What? Ну, 5 экспы дали, я, в принципе... В общем... Я не понял. Так, до кого я еще не докопалась? И это только 12. Что еще могу сделать? Я в прошлый раз, по-моему, мне удалось это с торговца стрясти это немного денег. Still cool here, а, да, нужна риторика, действительно, что это. Нужно красноречие. Хотя странно, почему в этот раз я красноречие не могу заменить. Физухой? Капитаном Физухой. Зря я, что ли, столько времени думал об этом. Да, Coach Physical Instrument. ЖБВ. Magnesium Based Life Form. Да. А, у меня есть одно очко. Так, так, так. Что бы такого сделать? Мне нужен композер. Определенно. Потрачу пока все на него. Точно. У нас тут много всякого. Можно надеть джинсики. Они тоже электрокемистры. Потому что
Потому что, как написано в характеристиках, God S. Ну просто вообще, сейчас я только это все сниму. Что еще? Ну, перчаточки нужно снять. Не знаю, может, эти очки? Во, уже как-то интересней, хотя... Может, все-таки эти штаны? Да, так как-то лучше. Ну, и рубашечку посвежее, да, вот, чтобы этот воротничок выглядывал. Вполне, вполне. Либо... Но это вообще уже тяжелая артиллерия, так сказать. Да, можно обратно одеться в бомжа, кстати. Гловс. Тогда, да, джинсики больше подойдут. Шорт. И... Ой, я не могу. Оу май. Я не видела, что это топ, именно такой топ. Что он в сеточку. Ну, как бы не май месяц. Так что я, пожалуй, все-таки немножко надену. Это чтоб пузо было. А войско для пуза. Я понял. А привет, на какой целлофановый. Короче, это, не знаю, бомж стайл. Такой прям. Not bad, not bad. Вот это плетецо, конечно, поинтереснее будет. Лоджик. Пусть будет плюс один лоджик, но он пригодится в ближайшее время. Half-light, электрохимистрия. Пусть half-light будет. Чаточки спортивные. Вот боты бы какие-нибудь. Warfare, электрохимистрия, реакшн спид. Ладно, пусть будут все-таки эти брюки, потому что реакшн спид нам пригодится. Ну, хотя бы те немногие остатки. Декорп шиверс. О, нет. Ладно. Вроде все. Да, это, собственно, куда нам нужно подписи поставить. Интеракт. Вот эта тушка. А, да ладно, я еще с ним самим не разбиралась. Недолго я разбиралась. Ладно. Не получилось. Чем я еще не взаимодействовал? Construction period, zoning plan. Воу. У меня пропали реплики. Так.
Так, нужно сохраниться. Что-то странное, конечно, было с репликами. Точнее, с опциями, потому что опции, они иногда реплики. Где? Теракт. Мои любимые 42%. Так и знал. Да, провалила попытку, и там, ну, тут вроде ничего не интересного. Такой, ну, неплохой план. Ты умный. Ты умеешь читать. Но все-таки. Как бы нам и на елку влезть, и жопку не ободрать. Ну-ка, давай. Ты сможешь. Соберись. Мне тут подсказывают, что наркотики могут увеличивать как-то learning caps. Спасибо. Спасибо. Я такая, ну я же понимаю, зачем мне еще переводить. Ну, мне нужно перевести. Вот. Предел обучаемости, да. Если вдруг каким-то обычным способом не могу его расширить. Вот. Но это не очень полезно для здоровья. Ну, тогда можно глицин взять. Так. Тут наконец-то доходит то, что это какой-то план постройки, он заменит нынешнее, а это значит, что людям придется куда-то уйти. Или наоборот, не уйти, и им придется прям стройку у себя под окнами наблюдать. Да, и скорее всего, вся эта стройка будет, ну, больше года. Даже если жильцы будут довольно-таки упрямые, все равно они довольно-таки быстро устанут от такой жизни. И начнут продавать свои, ну, свои земли очень дешево и уезжать. Ким просто умничка, он говорит. Мы можем, например, взять подписи у других людей. Или даже ты можешь сам эти подписи поставить. Но нужно для начала, как минимум, все равно попасть на тот берег, потому что... И врач же не поверит, что мы взяли подписи, если, ну, даже не попытались туда прийти, и доступа туда в принципе не было. Чем вообще лапочка? Угу. Ну, тут дядька будет все так же стоять. А, мне нужно что-то визуальное надеть на себя. Что у меня там было? Conceptualization, logic, conceptualization. Ой, другие очки. По-моему, ничего на эти статы нет. Ну-ка. Не, видимо, имеется в виду именно skill points. Ладно.
Я пыталась. На девочке такая... Не, нифига не вижу. Так, а что еще я могу сделать? Мне нужно на тот берег. Ничего у того товарища покупать не буду. Я жадина. Разве что купить штаны у куда? А после 9 тому товарищу сходить. Блин, зачем я сюда пришла? Тут точно ничего нет. Может, с ней еще что-то? Не хочет. Игра обновилась перед стримом, и теперь у меня пропадают реплики. Класс. Точно. Насчет брони, да. Да, я поговорил с Манана насчет брони. И чё? Как бы сказал он, подняв бровь. Он сказал мне то, что ты обещал на него натравить свиней. Да, и чё? Куна ведь и правда натравила на него свиней. Куна... это... сказал, Куна сделал. Ну, типа, a man of his word. Человек делал. О! Девчонка такая, Куна отослал твою толстую задницу бегать вокруг, как будто желе. Чё? Послушай, коп. Куна послал тебя, значит, это... В общем, Куна тебя послал приструнить некоторых людей. Куна тебя обыграл. Такое случается. Так что это... Живи с этим.
Да. Так, блин, он предлагал мне купить штаны. Не помню, как это было. Так, не понял, у меня определенно было задание купить, да, штаны, а откуда? Тут мне намекает, что нужно сначала понять, что с ним. У меня есть что-то для эмпатии? Нуп. И да. Так, а я что, сейчас ничего не могу сделать, пока не дождусь третьего дня? Странно. Да, блин. Серьезно. Блин, я могу опять помереть. Ну, зашибись. Еще не переиграть, потому что я не сохранилась. Ну, зашибись. Так, может тут что-то сможется. Why are you wasting your time? Вообще не поняла. Вообще нифига не понятно, что тут с политикой, так что...
Kingdom of Conscience. А. Да, фиг с ним, пусть будет. Если что, я над этим подумаю. Так, немножко накопили авторитета. Да, спасибо, автосейф. Я как раз хотел сохраниться, потому что немножко авторитета накоплено. But the clowns are still here. Так, это вот. Сейчас, похоже, ситуация, как перед боями какие-то устраивают показательные встречи, и там боксеры друг к другу подходят, и там начинают это хорохориться, и чваниться, и репениться перед друг другом. И такие там стоят чуть ли не вплотную друг к другу, и пышутся там что-то. Мне кажется, это сейчас примерно такой же. Ну как бы капитан Физух себе может такое позволить немного. Так, нужно выбрать это. Сразу для атаки, так. Потому что Тайтон сказал, я могу этим всю ночь заниматься. Как бы, да, его костяшки побелели. Я молодой. Это типа 50 разваливающихся лет. А, господи, как я прочитала? Типа, я прочитала почему-то 50 years dead. Тут you 50,000 years old. То есть, для тебе это 5000 лет. Да, и нам подсказывают, что нужно атаковать. Первое, типа. И за это время я убивал. Больше, чем один раз. И ты этого мне чувствуешь? Это как-то по-гейски уже началось. Так, второе. Да, и со всем вот этим дерьмом, через что я прошел, я все еще гуляю, говорю и готов тебе задать трепку. Неплохо, неплохо. И третье. А в моем возрасте ты уже будешь мертв, потому что ты слишком импульсивен. Ты ввязываешься в драки, которые не можешь победить. Неплохо, неплохо. Мне кажется, третий самый обидный. Ну-ка. Так. Ну вот и подобрались к моим любимым 42%. Так, отойдемте, я переоденусь. Потому что у меня, по-моему, как раз этот... Suggestion Half-Life. Endurance. Realization Suggestion...
У меня было ощущение, что мне что-то authority снижает. Да, вот authority минус один. Очки. Наряд, конечно, атас. Во. Сохранюсь. Мне несложно. Так, я отошла протереть свои очки. И начистить кому-то морду. И как видишь, очки я уже сняла. Так. 58%. Ну-ка. Не, ну что это? У нас же тут не XCOM. Да, никто не заценил мою шутку про XCOM. Не, ну я в смысле никто, кроме тебя. Я знаю, что ты все мои шутки... Что ты все мои шутки ценишь. Очень приятно. Он тут сейчас говорит, скажи свои это, скажи привет своей маме за меня. Классика. Я начала загружать, но уже успела прочитать первую реплику, типа, ты сейчас же мне скажешь, кто изнасиловал твою девушку? Немедленно, типа, топнуть ножкой. Looks like the circus left town, but the clowns are still here. Да, это все продолжает повторять. А походу цирк уехал, а клоуны остались. Да, он не особенно счастлив нас видеть. Как будто я. Establish authority, yes! Authority! Маловато! Маловато авторить. Ну блин, 58%, ну. Я же даже очки уже сняла. А сигары там никакой у меня нет. Looks like the circus left town, but the clowns are still here. Да я ж упорная. Пиливая у меня, чай тут вкусный, я могу долго так делать. Да, этим я создаю уже которую там седьмую параллельную вселенную, в которой Рафаэль Амбросиус Кусто не получает леща. Так, а вот и наконец. Да. Ты оглянул, окинул взглядом эту комнату полную потных мужиков, которые ругаются, пьют этот чувин от табака. На свай, что ли? Ну, типа, плюются, да, этим жевательным табаком. Что-то это напоминает. А где я это видел? Да, тебе кажется, что это место называлось 41 участок. И оно было наполнено такими, ну, типа, практически полностью мужиками, которые вот сидели за столами. Говорили всякую чепуху и убивали время. Говоришь, я понял, Тайдус. Вы тут, ребята, действительно как-то крутые. Авторитет. А? Да, вы вот прям как настоящие копы. Пьете пиво, сидите тут. Балду гоняете, так сказать. Да, я весьма вольно обхожусь текстом, но... Ну, поверьте, это в данном случае лучше. Наклонялся, у тебя что, проблемы с пивом сейчас? Да, авторитет такой, так, надо надавить.
Так, первое, можно сказать, типа, не-не-не, я тоже пью на работе. И мне тоже абсолютно насрать на все, прям как вам. Второе. Не, я тоже большой фанат пива. А еще пинание, как бы, всякого без того, чтобы людям помогать. И третье. Да, у меня есть пивные проблемы, но не проблемы с пивом. А еще у меня также абсолютно нет никакого понятия, как мне сделать мою работу. Прям как у вас. Хм. Даже не знаю. Скажу второе. Ты чё, ты имеешь в виду, что мы не помогаем людям? Он поставил пиво. Мы занимаемся этим уже 10 лет. Братиринеза была просто болотом, прежде чем... Прежде чем мы собрались. Чувак, они не знают, они, их тут не было. Затем Евген повернулся к нам. У нас было примерно 3 перестрелки в неделю. Мертвые дети. Чёртовы граффити везде. Да, копы тут не появлялись прям с 30-х. Ким говорит, поздравляю с... очищением от граффити. Затем повернулся к Тайтасу. А как бы, а все, что я вижу, что вы тут сидите и обсуждаете какие-то сиськи-моники. В то время как тут вообще-то, ну, жертвы изнасилования. И чё ты от нас хочешь? Мы разберемся с этим. Взял свое пиво. Да, нельзя позволить ему допить. Нужно надавить. А что в рифму получилось? Да, сейчас не важно, кто сделал. Важно, кем это произошло. Ей нужна помощь. Да, Элизабет повернулась, посмотрела на нее, говорит, Тайтус, и прервалась. Ты хочешь ей помочь, да? Отлично. Я позволю тебе ей помочь. Но ты будешь к ней относиться весьма аккуратно. А если нет, если ты во время допроса будешь... Ну. Типа, сильно надавишь. И он нам жестом дал понять, что мы пострадаем физически. Окей. Киму вообще это все пофиг, он такой, как ее зовут? Ласия Аманду. Она тут, в кафетерии. Симпатичная, в серебристом комбинезоне, блондинка. Да, Амандус О и У. Да, то есть это та девушка, которая наверху? С которой мы самые первые столкнулись наверху, когда вывалились из своего номера, будучи
как-то похмелье. Так, ну я же к этому времени прокачала композер. Так. Я же смогу, да? Я же смогу 72%, ну! Фу-фу-фу! Сейчас так. Да. Тихонечко добавил клёво после того, как назвали имя жертвы, но никто не заметил. Твоя спина очень-очень твердая и прямая. Никто из этих людей вообще не заметил, что ты, ну, что ты её это, узнал, распознал, заметил, типа встретил раньше. Так. Так, какие у нее были взаимоотношения с тем наемником? Отношений? Не было никаких отношений. Он ее изнасиловал. Вот и все отношения. Да, это была ситуация опять в караоке. Примерно как и с другими девчонками, до которых он приставал. А когда это случилось? Да, 2 недели назад. А у вас какие с ней взаимоотношения? Я ее знаю. А как хорошо вы ее знаете? Он назвал его Коппер. Ну, то есть не просто коп, а Коппер. Ну, вполне вы партит. Ну, я так понимаю, ну, тусовались. Она тут несколько месяцев была. Да, я в это время заметил, что он пытался это сказать так непринужденно, но заметно напрягся. То есть она не отсюда. Мусорь вошел? Не, не, она иммигрантка или как-то путешественник. Оставалась тут на зиму. Да, что за партии? Какие вечеринки у вас были? Тусы? Секс, дракс, караоке. Секс, дракс and караоке. Говорит, yes, yes and no. То значит, вы были вместе? Нет, мы просто... И это все. Блин, действительно, это вы были вместе вообще-то, это называется. Ближе уж некуда. А кое-где даже пересекались. Не были близко, блин. Да, он говорит, никаких подробностей описывать не буду, так что типа спрячь свой обратно. Мне кажется, я знаю. Ты ее не знаешь. Ладно. Спасибо. Пока. Ура, 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 ура. А с помощью Еврарта как полегче оказалось. Ну-ка.
Да, в окошке открывается прекрасный вид на дерево с покойником на нем. Так, накра. Что за накра? Так, сохраниться надо. Тут должно быть что-то интересное. Вот черт. Почему у меня sweaty hands? Криптит. Я что-то взяла. Спит Сан-Баптист Приптит. Сан-Баптист Приптит. Санни Хэппи Мана. А кто-то потерял эту баночку оранжевенькую. Да, вот прикольно, сколько раз видела в этих фильмах американских, что когда у них таблетки по рецепту, то их вот в такие одинаковые баночки рассыпают, и там обычно написано, что это, кто это, когда это и кому это. Ну, то есть их прям подготавливают конкретно для человека. Так, у меня есть сигареты, у меня есть вот этот приптит, у меня есть борщ. По-моему, вечер удался. Да, Ким, как всегда, тактично сделал вид, что не видел. Драма. Мне это понадобится лужик. Ну-ка еще раз. Минус минимальный физик. Плюс интеллект, минус хелф. Минус морали, плюс моторика. И ничего из этого не поможет. Ладно. Что ж. Добро пожаловать на крышу. I'm sorry for the mess down there. The cleaning lady hasn't come by in days. I'm beginning to wonder if she ever will. Так. Nice. I don't know about that, officer. О, вот это я сказала. А,
хороший у вас тут вид. Она такая, да, особенно вот этот справа, который... Вот это я, да. О, да. Legends of room number one have made their way around the building. They say a portal to hell has opened in there. Disco Inferno. They also say that's why the cleaning lady quit. Because of the infernum. Да, и мы тут узнаем то, что как раз никто не прибирается, потому что... Потому что уборщица ушла из-за... I'm a detective from Precinct 57. I see you've already met my colleague. Have I ever? Have you grown accustomed to your role as a police officer? Like riding a capo cycle. Miss, we are investigating the murder of the man who was hanged. The people responsible have asked us to talk to you. Ah, I see. Я Луфи звук говорит. А, как бы мои оставшиеся там зачатки эмпатии говорят, будьте аккуратен, как бы спроси о чем-нибудь таком простом. Вот, можно сказать что-нибудь типа, я слышал, вам пришлось нелегко. Тут физику такая, нечего тут размазывать. Короче, давай без этого. Я говорю, конечно, спасибо, капитан Физуха, но я думаю, я типа буду... Дели-дели, я думаю, это как аналог. Я буду немножко посюсюкаюсь тут. Тут физуха такая, ты типа... Ты звучишь как это, развозня. Я почему-то начинаю озвучивать физуху себя в голове, как этот... Не, который... Сэр, я, сэр. Ну, как армейские эти, да-да-да. Да, а ваше имя для записи? Классие Аманду. Сколько вам лет? 28. И вы откуда? Редфорд, Republic of Orania. Ай, извините. Это была колонка. Я ее своими ножками теребил. Что такое хранит? Да, а чем вы занимаетесь? На фигне какой-нибудь. Например? Араньесская литература? Да, и о чем это? Страх ошибки, страх смерти, как отстойно быть ранее в надежном месте и не с собой. Когда вы будете на западе от реки. Так, а как я тогда узнаю, что это ваше настоящее имя? Ну, если бы я врала, я бы, наверное, бы сказала какое-нибудь такое более распространенное имя, а не что-то типа Классия Манду. Оно странное. О, добрый вечер, Мэйдэй. Как вы? А что, если я продолжу настаивать? А, ничего не изменилось. Ладно.
Стабильно, с чернополитическими анекдотами. Да, нам сказали, что вам пришлось через многое пройти. Да, через какое многое? У меня было очень много этого многого. Ты пытаешься адаптировать диалог к тому, что я сказала раньше. Вы, типа, прошли через кое-что трудное, но это не звучит. У нас говорят, вы через многое прошли. Но тут она говорит, а я через много чего трудного проходила. В этом получилось. Я прошла через многое-многое. Кстати, это, в принципе, можно было бы даже как официальный перевод сделать. Ну, типа, она так... Как-то так... Непринужденно, так спокойно. Ну, через многое, прям через многое-многое. Вам какое? Да, вас домогались. Под домогались вы имели в виду изнасиленно? Да. У нас сейчас много чего общего с игрой, да. Она говорит, но типа я... Не имею в виду, что не, я не могу это сказать про него. Так, вот сейчас я не понял вообще ничего. Tell them it's not my style, that I'll have to, you know, if they want to jazz up the charges, I'll have to say more rapeable. Да, то есть вы намекаете на то, что вас попросили сказать, что вас изнасиловали. Как бы не явно, но я поняла, что они имели в виду. Да, то есть Тайстус вас попросил немножко приукрасить для нас. Типа того. А что тогда произошло, собственно? Мы тусовались. Тусовались, погодите, а где это слышал? Да, и реакция нам подсказывает. Про Тайтуса ты слышал? Вот, точнее, от него, что он с ней тусовался. Да, а какого типа тусовки? И показать на свое это опухшее лицо? Типа того? Да, как бы со всем уважением... Да, со всем уважением, сэр, но я думаю, мы тусили гораздо жестче. Жёстче, чем это, и продолжать указывать на свое лицо. Я вообще не думаю, что это возможно. Или никто не тусит жестче меня. Просто. Там много еще заявлений от властей, каждый тянет на анекдот, но я тут живу. Так что да. Ну как бы ты все еще там или это? Ты вроде говорила, что куда-то поедешь. Классей говорит, да я умоляю, ты живой и тебе около 50, а я знал людей, которые тусили. Так жестко, что они умерли в 14. Мне везет только в том, что я не в Минске.
Так, мы пили, сэр, отхлебнул кофе много, вот несколько недель. Как бы друг на друга повлияли. Что мы друг друга подзадорили и пили еще больше. Вот почему мне он понравился. Что еще? Ну, еще всякие там стимуляторы. Ну, у них тоже еще есть такой эффект, что от них ты больше пьешь. А чем больше пьешь, тебе больше хочется наркотиков. А еще у нас был секс. Тут моя выносливость такая. Ничего себе. Какие-то чувства были? Ну, так, немножко. Наркотики были хорошие. А как вы встретились? Ну, внизу. В баре. Когда это было? Примерно месяц назад, типа того. Минские общежития, у нас на фоне Минска ничего и не происходит. Только два человека уже в Польшу сбежало. По политпричинам. Самый главный революционер — это дедушка и его приспешники. Не творило, давно бы уже все затихло. Да уж. Да, зачем они его тогда повесили, если бы нет? Ну, он... У него было что-то насчет забастовки. Он тут вертелся с тех пор, как, ну... Как и я сюда добралась. Да, и причина его, она говорит, я думаю, ну... Что-то связанное с охраной, он же бывший военный. Работал на Wild Pines и против Союза. Мы это не особо обсуждали, если вы понимаете, о чем я. Но, как бы, понятно, что это было опасно. И они его за это повесили. Она кивнула. Что вы можете про него сказать? Уверен, что вас не изнасиловали на 89%. Ну, то есть, не полностью. Ну, вы знаете, как это. И у меня реакция такая, да, ты знаешь. Ну и как? Типа, ну в заключение, мне кажется, типа от небольшого до примерно половины. Короче, не знаю, как это адаптировать. По-русски. Я в Твиттере видела страшные фанарты по этой игре.
на которых шепелят главных героев. Да-да, этого алкаша-азиата, ничего себе. А я не видела, на удивление. Чё недавно есть такое жуткое видео? А, ну то, что ты в Дискорд скидывала насчет как это, игра, которая про... Про подставу как-то, Among Us. Вот ты там какие-то вообще арты нарыла, я была в шоке. Так что про Disco Elysium тоже скидывай. Потому что меня в Твиттере нет, я старый динозавр, я не могу понять, что там делать. А, погодите, Твиттер, не Тумблер. А, Тумблер — это место, которое я вообще не понимаю. И которое живет какими-то своими законами. Хотя... Да и Твиттер тоже самое, чё. Я подписана 50 аккаунтов, которые рисуют порнуху на заказ. И та, это для рефов, они чертовски хорошо рисуют. Вообще, главное, чтобы тебе было хорошо, как говорится. Да, та самая папочка референс. Такое периодически появляется с вами. Лол, посмотрите, что нашел. Ага, шоу-шоу на это наткнулся. Да, и как вы, собственно, с пацанами Харди познакомились? Да нет, участвуй, гости. У них же там специальное местечко, да. И как это случилось? Опять же... Это... Через алкоголь. Это была длинная, скучная зима. Да, вы тусили? Немножко. Вы тусили как с тем повешенным? не так. Да, как бы неловко спрашивать, но были ли у вас какие-то физические отношения с кем-нибудь из тех парней? Да. С кем? Так, на который конкретно я особо... I don't remember precisely. Типа, ну, Тайтус. Ну, как я сказала, была долгая зима. Да, опять у меня пропали реплики. Наверное, трудно вам тут видеть его. Ну да, у меня тут широкие обзоры из крыши, из ванной, в моих снах. И Ким тут говорит, то есть это вы позвонили в полицию? Да. Джекпот! Ничего не скажу. Как говорится, enough. Да-да-да, это я позвонила. И буду благодарна, если вы никому не расскажете, потому что тут, блядь, ты на зяне это называют. Как-то. Ту качество, во! Тут Сничен, я так полагаю, это имеется в виду. Ну, собственно, а что еще? Если кого-то просят тебе рассказать о том, что он куда-то сообщал, это, скорее всего, стукачество. Да, сообщения о преступлениях у нас конфиденциальные. Время, что ли? Так... Да, голос был изменен.
Ну, как бы не особо вот, прям так изменен. Я всего лишь... Так, мне все-таки спустя... Ух ты, практически 1.5 часа понадобился переводчик. Неплохо, неплохо. Да ё-моё. Да небось она чем-то микрофон заградила. Да, приглушила микрофон и... И подрезала линию. А-а-а. Вот она что, вот почему телефон не работает и женщина не могла позвонить. Потому что она... Подрезала провода. То есть позвонила с приглушенным микрофоном каким-то способом, а потом срезала провода. Да, этими ножницами для ногтей. Diverted some radio fats into the gold wire. А как бы, а зачем вот это вот все? Ну, не знаю, я затупила и пьяна была. И... Ну, еще к тому же наверняка боялась вот этих вот ребят из Союза. Что вдруг они подслушают. Мне сказали, у них везде есть свои люди, глаза, уши. Что у них там еще есть? Ким говорит, спасибо, что позвонили. Это было... Верное решение. Но я так-то не хотела, сэр. И он все еще бесит тут. А спасибо, что сказали нам. И она вздохнула с облегчением. А мне нужно еще кое-чего. Да, мне тут... Персональный вопрос. Так, вы тут были в этот воскресенье. Мне нужно знать, что было, прежде чем я потерял свою память. Ну вот. Looks like we have more to discuss with those so-called Hardy boys. Half their reasoning just went out the window. Да, Ким говорит, нужно поболтать с этими ребятами снова. Да, ничто их не заставит. Уж точно теперь взаимодействовать лучше с полицией. It will disrupt the game, да, припрям. Но немножечко, значит. Мы, значит, только один слой сняли с вот этого всего, что они тут напридумывали. Но и решение не следовать их плану явно как бы не было запланировано. Тогда почему она нам сказала все? А что еще оставалось? Соврать, что ли? Она поняла, что от нас не отвязаться. Так, что-нибудь еще есть? Еще одна дверь.
Так, нужно сохраниться и пнуть дверь. У меня 50%. Так. Когда художник видит это лоу, начинается флешмоб. Все начинают рисовать свои вариации на тему, даже те, кто в первый раз об игре слышал. У русского сегмента Твиттера самый веселый эротический флешмоб был с Колваном из трех богатырей. О боже. Там был интересный худенький вариант Колвана, который говорил, а не хочешь пряничка отведать богатырского? О боже. О. Я захотела кроссан. Так и знала, надо было больше заказывать. Ну, выпечку я люблю, чё ж поделать. Так, пинаем дверь. Так, Cole Phelps, 1247. Да, в смысле? Чё-то сломалось. Типа, это невероятно приятный звук. Классия сказала, nice. И он такой, да. Я прям как знала и ничего не тратила. Потому что нужно потом сделать что-нибудь клёвое. Как это? И настроение твое улучшилось. Так. Могу предложить или о. Why not both? Ваше предложение? Я... Открыто, или как-то. Я готова. Пятница, да, я выжила. То, чего я боялся, случилось в пятницу, но я... смогла это... как-то, во-первых, пережить, а во-вторых, договориться. Ну, просто я сказала, это не делается, и это не делается. Там, могу это, он говорит. Но вот все-таки то, ну ладно, раз не получается, тогда вручную. Я такая, а можно сделать так, я типа 3 дня себе выделю на как бы, разработку новой тулы для этого. Он такой, окей. Ну, как бы вручную нет, я не для этого столько времени учила, страдала все. Так, следы в пыли. Довольно новые. Кто-то тут был в последнюю неделю или 2. 3 максимум, судя по пыли. Ну, как бы, может быть, легко и 1 неделя. Ну, знаешь. Да, Stereo Investigation, да. Так, что это значит? Кто-то тут пробирался по секретному пути. Да, ну-ка, посмотрим ближе. Да. Большие следы какими-то ботинками. Размер трудно определить. Uniform horizontal lines. Вот. След не выглядит как те, которые, ну, возле повешенного. Но Ким говорит, они как бы могут быть... Они выглядят как не те принты, но... Фу, блин.
Так, соберись. Размер, походу, такой же, но это другие ботинки. Но они могут принадлежать одному и тому же человеку. Да, эти горизонтальные линии, они другие. А ты уже себе выбрал? Больше. Класс. Гуляем. Гуляем. Сейчас буквально пару минуток. Тут очень важное дело. В принципе, тут я, по-моему, все реплики выбрал, так что... Пинбольная машина. Что тут у нас? Монетки? Пальто. Ух, прям... Прям хорошо. Эмпатия их... Координейшн. Клёво. Когда-нибудь оно мне пригодится. Да. Заодно можно будет прийти к классе, поговорить о чём-нибудь. Ничего, смотрю, что-то есть. Я... Потерял корзину. Thank you.
Просто странно. Ну, я решила просто посмотреть, что еще есть. Куда-то пропал. Угу. Я пока подумаю, что мне выбрать. Заново, блин. Попал. Давай, она заново. Странно, извините. Ну, я пока скромненько, пока так. Я все-таки... Все-таки у меня есть еще немножко надежда, что все-таки Шушушоп очнется, ну, либо я просто позвоню и спрошу, то есть не через сайт, а позвоню и спрошу, что это у них, что это у них. Так, я думаю, что бы мне попробовать вот Жамавю, я в прошлый раз думала. И не помню, что там. Вот это вот 15 in the tribe, оно вообще что-нибудь даст мне или нет? Magnesium-based life form, конечно. Ну и зря. Так. Или все-таки стать коммунистом? Ну так, для полного набора. Kingdom and Conscience. Хорошая альтернатива, мне нравится. Да. Не, ну а чё они? Могли бы и сделать. Вот. Хм.
Блин, 5 часов не хочется тратить на этот. Magnesium based life forum. А пусть будет Magnesium based life forum. Мне кажется, это очень будет полезно при моем, так сказать, как я хотела сказать, намечающимся, во, я хотела сказать, на при моем намечающемся образе жизни. Так, тут кабинет какого-то построителя пинбольных машин. И как он только мог оставить такой классный плащ? Окна закрытые. Спускаемся в лифте. Пять монеток. Класс. Не открывается, значит, совсем. Ну ладно, мы уже все, что надо, все выяснили. Так, что тут? Значит, они сюда притащили все эти пинбольные эти автоматы, чтобы их починить. Все теперь в пыли. Видимо, они просто забили на все это. Где-то лет 20-15 назад. Наверное, даже какой-то там это ремонтная мастерская была. Видимо, я думаю, она использовалась как, ну, как игровой клуб, прежде чем стать хостелом. И машины остались. Так, а точно ничего со следами не осталось больше? И что теперь? Уже поговорить с классе, но... Это я смогу сделать только вечером, насколько я понимаю. Так, над этим я уже думаю. Да?
Да. Им извините за все это. А, точно, он, видимо, ко мне не заходил. Ладно. Так, не забываем закрывать двери за собой. Мы же цивилизованные люди. Так-то. И ну-ну. Куда можно? Да, теперь нужно опять поговорить с парнями. The clowns are still hanging around. What is it now? Да, Тайтус обозвал ее как бы нехорошим словом, и Элизабет, как юрист, сказал, что он, в смысле, ее такой не считает, а он имеет в виду, что она предала их доверие, да. А Тайтус говорит, ой, да задолбала, ты уже отвянь. Да, и ребята говорят, у нее просто травматическое, она все отрицает. Так, нам дали запись. Мне нужно будет купить этот патефон. Да, Элизабет, так и для этого я училась в юридической школе. Чеки прям, ну, очень реалистично кричат. Hello, hello. Let me know if I can help you with anything.
Да, можно мне, пожалуйста, перегалидрона, или как он там? Сила воли такая, как бы не уверена. А с чего это бы? Ну, потому что это как бы лекарство против радиации. А ты же коп, а не этот... А не постапокалиптический... Этот... Скиталец. Ну, я не знаю. Я собираюсь тусить. Да, и патефон, пожалуйста. Так-то. Нужно еще будет это спеть в караоке. Обязательно. Плюс псайка, минус хелф. Интересно. Моторика, физика, интеллект. Вот я и собрала весь сет. Так. Тусить! Мистер Бомбастик. Да, в общем, что-то сначала очень ужасно скрежетающее звучало, а потом... Да это не Ревошоль, сказал мужской голос. Это какая-то чертова деревня. Я практически... Да. Я даже слонов вижу. Еще какой-то жуткий этот, только что сказал, скрежет. Да, это гавань. Как будто звучит этот кран квалсунд. Кран. Да, когда с этой фигней разберусь, я просто тут все. Как-то расфигачу. Как этот апокалиптический солдат. Поубиваю там всех нафиг. Собак, куриц. Гусей, да. Арендую комнату, такую хорошую. Это неразборчивая часть. Не, вообще все равно. С меня хватит. Я все. Я устал. Я ухожу. Я нафиг все тут разнесу и изнасилую эту. Дискосучку, которая на это, на стойке. Ну вот это вот танцевальщицу, которая сверху живет. Сделай это в кохой стиле. Что такое кохой, я тоже. Это деревня на Самранском острове. В Южном Сафре. Град как раз это... Свою войну тут вел.
Да, Корти это, наверное, другой наемник. Какой-то друг. Плохо. Звучит довольно-таки естественно. Видимо, записано в The Shortwave. Может быть, подредактировано, чтобы быть более убедительным. Вот. Звучало, как будто он просто был на обходе у этих стен в гавани. Так, inebriated. Что это значит? Inebriated. Звучало немножко пьяно. Да. Да, и тут Ким только ответил, и все-таки. И он смотрел на кассету. Я уже знаком вот этот его взгляд. Взгляд подозрения. Суспическим. Да, что было в конце? Просто молчание? Просто конец записи. Ладненько, что теперь? Нужно спросить Классия. Тыц-тыц-тыц-тыц-тыц. Что ж, раз мы уже прослушали. Здесь можно вернуться обратно и опять Officer, it's a fine day for questions. Да, Тайтус нам дал запись, на которой слышно, как... что он явно обозначил свои намерения как недобрые. Правда? Она чекала улыбнулась. Но я не говорил, что он был хорошим парнем, или что у него были хорошие намерения. Он, в принципе, со мной не был, ну, груб. Но он там тебя прям намеренно как цель обозначил. А где они эту запись достали? Intercepted radio chatter of deceased. Ну, подслушка, видимо, имеется в виду. А он сказал, что он это сделает в стиле солдата апокалипсиса. Да. Ну, типа, это его пикап-фраза. Да, и кохой, и другое слово было использовано.
He wasn't actually there, he didn't do a tour, or at least he don't tell me he did. Да, и для чего он тогда это все говорил? Чтобы просто по... как-то... почваниться, поерепениться? Так, тут опять какие-то исторические события пошли. Да, я рассказала то, что, ну, что вот эта дверь, она ведет там в подсобное помещение, и что там были следы, и она как бы напряглась и сказала, что вообще, ну, не в курсе. Да, и у вас тут очень много всяких веселеньких таблеточек. Спасибо, и я очень много времени вложила в эту коллекцию. Да, и по-моему... Ну... То наркомания... Легально в Ревошоле, но, мол, надо быть построже. Но не буду лицемерить. Да, вот который приптиц, он говорит, о, мой любимый, он много всего излечивает. Например, неспособность быть на ногах в течение 36 часов. Или если ты несчастлив. Ну, вот эти все состояния, оно вылечивает. It just a mirrored speed molecule, basically. Типа отзеркальная... Бедовая молекула? Не знаю. Да, а я немножко взял. Да, значит, мой приптит взял. Ты мне, значит, это офицер задолжал. Коррупция некая вырисовывается, кем такой. Вообще-то не коррупция, это очень легко описывается как конфискация. Такая, да.
Поговорю с ней попозже насчет другого. Да, занятно, тут живут люди. Когда уже перестает на птицу смотреть? Теперь опять с Тайтусом поговорить. Что такое? Сколько можно? The clowns are still hanging around. What is it now? Так. Тайтус разозлился, что он нам, мол, все на блюдечке с золотой каемочкой принес, а мы тут, значит, все еще верим какой-то девке. Да, и такое ощущение, что он просто бесится то, что ему не верит. Хотя он очень старается. Во, прям аж так. Так, рейдж квит. Да, это такой бармен. 20 пива для союза. Он такой, а чё тогда не 40? А чё бы и не сотню? Вы же тут недостаточно громко шумите. И один такой, о, сотня пива, вот это я понимаю. Риторика нужна.
Я пока отойду. Риторика, что могу? Из двух сделать четыре. Что еще могу? Я могу не надевать эту шапку. Сексуализация, драма, эндюранс. А-а. Придется мне покурить. Видимо. Что-то очень мутное случилось тут, конечно. Опять же, что еще? Done active. Это потом Джойсон Линчик, но это мне нужно найти. Бэдж. Get boot of victim feet. Найти броню. Опять же, видите? Очень классе. Блин. А, кстати, я сохранюсь и это. Там написано плюс интеллект, то есть и поскольку я не могу прям сразу все скурить, то есть на эти 60 минут. Ну просто я не очень понял. На эти 60 минут у меня повышается интеллект, то есть у меня становится логика из 2-3 или возможность повысить. Поэтому я хочу проверить. Хелс. Менс хелс. А что у меня тут? Интеллект бейс 2. Да? Ну-ка. Курим в помещении, класс. Что теперь? Да, интеллект бейс 3. Вот оно что. То есть нужно будет покурить и найти что-нибудь на риторику. А лучше сначала что-нибудь найти на риторику, а потом покурить. Где-то там были такие безумные костюмы. Которые я где-то находила там. Одно чуть ли не кимоно какое-то. Вот бы в жизни так сохранился, давай проверять вещество. А вот как бы... Даже, да даже не вещества, просто когда приходишь в кафе и такой, попробуй что-нибудь проверенное или все-таки новое. А когда, ну, хочешь что-то новое, такой, блин, неудачно, и сохраняешься, и пробуешь другое. Вот я бы так использовал. Good, keep browsing those clothes, keep saving that economy. Мне что-нибудь на риторику. Минус энциклопедия. То есть, ну просто вообще... А, 50 штук! Да, speakers, sneakers. Эх. Мне бы что-нибудь... The shine on those sunglasses lasts a lifetime, officer. 100% guaranteed. Conceptualization. А если я переоденусь? Где у меня там? У меня была одежда на conceptualization. Раз. И два. Вот. The shine on those sunglasses lasts a lifetime, officer. 100% guaranteed. Одежда не помогает, нужно именно очки вложить туда. А чё так? Я же приоделась. Ну, красавчик же. А я могу какой-нибудь физического, это, physical punishment? Эх.
Что бы такого еще сделать? Items. Почитать, что ли? Так, папки с бумагами, документами была, это, ну, прилипла туалетная бумага. Я такая, а может это просто кухонное полотенце одноразовое? Они же очень, ну, похоже выглядят. Мозг такой, ну, если тебе так спокойнее, то пожалуйста. И тут этот персепшн, точнее запах такой. Нет, это туалетная бумага. Да, убрала ее. Да, все еще мокрое туалетное, простите, кухонное полотенце одноразовое. Легко отлепилось. Да, все, что осталось, это всего лишь потрясти немножко своими пальцами и вуаля. Наша папка теперь выглядит немножечко лучше. Да, что у нас под этой, как-то... Клип, господи, то есть... Зажим, по-моему, зажим, да. Да, там карандашик, прижимает бумаги, все как надо. Да, на поверхности... Что-то серебристое переливается. Что оно прямоугольное, неравномерное. Этого раньше не видел. Лейтенант, это вот эта вот голографическая это... метка. Точнее, голографическая, как называется? А, пусть будет голографическая, один хрен. Да, она, значит, для информации о... Господи, ну дословно же переводится. Information to RCM property. Она используется для сохранения, для добавки информации об имуществе. Я не могла вспомнить слово имущество. Об имуществе Рябошольской полиции. А что за информация? Ну, разное бывает, зависит от того, как бы, кто как. Например, на моем номер ну, участка и адрес. Мой мозг такой, количество убийств. На твоем должно быть обязательно количество убийств. А как прочитать? А любой этот свет попадет. А, в смысле, не любой, наоборот, не любой. А, специальный свет с правильной длиной волны. Вот. А такие есть в этом. Куприскинама. Ну, это телега. Так, продолжаю смотреть на белые бумаги, которые оказались не такими уж и белыми. Потому что на них есть всякие пятна от солнечного света, от алкоголя. Они
покрыты, ну, этой синей пастой. Ну, чернилами, которые... Чернила, размазанные водой. А бумага, значит, это разлинована красными линиями. Case files. Да, середина марта, и у тебя два дела в неделю в среднем. Два дела в неделю — это... Нормально? Ну, два сложных дела. Don't undertake is a lot, yes. You have to push yourself. Типа, два сложных дела — это как бы вполне себе. Вот. Только нужно не сильно... Ну. В общем, не делать так, чтобы количество превосходило качество. Потому что если на себя сильно давить, сильно загонять, то будешь делать много ошибок. И, соответственно, ну, вся польза потеряется, да. Да, добралась до дела, которое сейчас, и там был список дел. Изучить тело, спустить, поговорить с менеджером в кафетерии. Да, и можно вычеркнуть те, которые мы сделали. И настроение наше улучшилось немножко. Даже два раза. Да, как назвать этот случай? Повешенный мужчина. Бури в зеркале в доме. The setting sun, типа закат. The setting sun. Заходящее солнце. Или говно на палочке. Пусть будет The Setting Sun. Да. Им говорит, неплохо, только одна проблема, тут у нас ничего не связано с заходящим солнцем. Тогда повешенный человек. Кстати, у меня еще этот
Magnesium-based life form завершилась. Так. Contact fine. Station call. В смысле процедуры. Ух, прям. Так, нужно выйти. Не туда. Так, что тут у нас? Что мы говорим? Не сегодня. Ты собираешься стать... Как это? Магнезиумной формой жизни. Век примитивного углеродного человека как-то. Карбон. Ну да, углерод. Углеродной жизни как бы окончен. Или органической. Не, карбон. Так. Зачем я позорюсь? На углероде, все правильно. Все правильно, да. Я молодец. Да, больше, значит... Больше не нужно надеяться на вот этот вот... медленно работающий в фоне... Да. Да, генетическую судьбу. Да, это... Сейчас настает эра направленной эволюции. И... Магнезиум... Это наша цель. Ты первый вид вот этого нового вида. В смысле, ты первый из нового вида. Потому что следующий шаг — это человеческая эволюция. А продвинутый магнезиумный прото-человек... Пас. Да, ты первый из этого рода. Следующий шаг человеческой эволюции. Продвинутая магнезиумная прото-форма, которая пьется, ширяется, шатается и магнезиится. Ну, тут make it up, drink it down, and sniff it sideways. Очень красиво сказано, но на русский я не смогу быстренько перевести, поэтому я сказала, как сказала. И опять у меня минус логика, да что ж такое, я ухожу. Я всеми силами пытаюсь компенсировать, но все, что я выбираю, у меня снижает интеллект. Да как так-то? Это ж магний. Блин. Чёрт. Да, без вариантов. Сейчас подойдем к машинке и прочитаем, что там у нас было. Специальным светом. Как включить? Engine start. Воу. Загорелся оранжевый свет. Да, и звук очень знакомый. У тебя появилось ощущение, как будто ты уже... Это за рулем. Но где? Вдоль по улице, которая... Рядом с которыми такие незрачные деревянные дома. Above children play, viaduct.
Просто вспомнилось, как он ехал, да, на работу. Ну-ка. Так, видим лого РСМ. Восточный Ревашоль. Главные улицы, которые довольно-таки знакомые. Да, и все это светится, собственно, в свете фонарей вот эти кинемы. Да, погоди. Обернись. Опять какие-то вспоминашки пошли. Да, Ким указал, что мы практически на севере этой карты. Так. Теперь там дальше есть... Как-то перфорейшн. А, ну перфорация, собственно, я же и могу так сказать. Да, их. Так, первая линия, в первой линии 18. Неплохо. Неплохо для чего? Ты даже и не знаешь. Следующий. Следующий больше. Но, самая длинная. Она по всему периметру идет. Их довольно-таки много, больше чем 150, может быть даже 200. А в последнем 3. 3, интересно, это что? Это то. Да, Ким, что это значит? Ну, перфорация, она как бы отражает твою статистику. Ну-ка, дай-ка взглянуть. Тут физуха такая. Так, сынок, настало время, как бы, оценить твой лайф-перформанс. И лучше тебе, чтобы он был хорошим. Так, первая линия отражает твой стаж. 18 лет. Окей, неплохо. И что ты делал? Before you volunteered? А, ну, как бы, чем ты занимался, прежде чем ты вызвался? Погоди, я 18 лет занимался этим? Ну, это... Как бы оно, я мог бы догадаться. Даже, наверное, основываясь... А, я... Скорее всего, бы думал, что даже дольше, основываясь на твоем возрасте. Как бы и все, что ты. И что ты все-таки делал эти, значит, прекрасные юные года. Ну, до работы, я так понял, в полиции. Да, я был бомжом и жил под лодкой. Я, наверное, бы извинялся все время. Probably. Или, скорее всего, была бы у меня какая-то офисная работа. Но я пил как суперзвезда. Это я точно знаю. Ким говорит, ну, это вполне может быть. Ну, давай двигаться дальше. Так, следующее. Твое количество закрытых дел. Закрытое это хорошо. Это значит, что оно закончено. И у тебя тут? Ух ты, больше чем 200. Это много? Это довольно-таки много, даже для того, кто был в полиции почти два десятка лет. Uh,
Обычно, если ты раскрыл 10 дел в год, это как бы тебя уже возвышает над 90%. Как-то ты уже входишь в 10% самых крутых. Так, правильно ли вы... Да, puts you in 90% of all CMs. Я не уверена. 90% персенталь. Это значит, что... То есть... Это значит, что я вхожу в топ... Там, 10 или... Я пытаюсь правильно понять, правильно ли я поняла. Если ты раскрыл больше 10 дел в год, это уже тебя... ты уже входишь в 90% персентайл. То есть имеется в виду, что... Как бы оставшиеся 10% самые... Ужасные копы или наоборот? Так, указывает значение, ниже которого попадает определенный процент, ну, блин, 20% процентиль. Это значение, ниже которого можно найти 20% наблюдений. Эквивалент от 80 наблюдений находится выше 20% процентиля. Так, тут картинка. Обычно с картинками лучше. А, да, я все правильно поняла. То есть, да, это правильно расценила, типа как входишь в топ, потому что вот тут на картинке внизу 25% персентиль, это значит от нуля, если там выстроить всех по какому-то признаку, то там от самого последнего до, там, до четверти. А 75% персентиль, это от самого нуля, от самого последнего, точнее, нет нуля, от самого последнего, то есть... И больше половины. Соответственно, если 90, то да, это значит, что он в топе. Охрененно я объяснила, конечно. Но кому надо, тут тоже загуглит, я думаю. Ты понял. Спасибо. Спасибо тебе, что меня понимаешь. Я просто сначала, ну, поняла вот как. Собственно, сейчас я объясняю, а потом думаю, а может это имеется в виду, что типа не самые... Что и не 5% самых лучших, и не 5% самых лучших. Типа довольно-таки распространенное. Это, по-моему, как-то по-другому называется. Иронично сказать. Быков. Но... Да, вот. Так что это значит, типа, видишь, Ким, я же тебе говорил, я супер коп. Называй как хочешь. Ты довольно-таки ценный сотрудник своего участка. Теперь, а последнее это количество подтвержденных убийств. У тебя их тут 3. Подтверждённое убийство звучит как-то жестко. А чтобы это смягчить, нужно выпить. А, да, я вот скажу, собственно, как и думаю. Я думала, будет гораздо больше. Да, для этого офицера полиции, особенно в своем первом участке, который
ну, в джем-роке это довольно-таки... Ну, так. Так, сейчас уточню, чтобы не ошибиться опять. Точнее, в смысле опять, я ж не ошиблась. Вот. В общем, для твоего участка это довольно-таки... невыразительное число, но в хорошем смысле. Да, вот есть некоторые офицеры, которые относятся к вот этим вот убийствам точно как будто к какой-то игре. И если у нее им удается как-то... расследовать дело, то обычно... Это случается как-то... Ну, само по себе. Ну, естественно, у ней о таких людях не самое хорошее мнение. Ну, в общем, ну ты хорош. Да, и прям было явно очевидно, что он рад, что ты не такой прям стрелящик напропалую. Ты кого-нибудь убивал кем? Да. Сказал он и... В общем, как отрезал. Да, и как с этим справляться? Ну, у каждого свои методы. Какие-то более успешные, какие-то более разрушительные. Сказал он нам многозначительно. Ну вот лично я думаю, что очень хорошо помогает хобби. Например. Ну там, прочее всякое, давай не углубляться. Может, мне нужно найти хобби. Но я думаю, все что угодно будет лучше, чем как бы пичкание себя наркотиками и алкоголем. Это называется хобби. Спасибо, да. Круто. Вы поняли, что мы очень крутой коп. Да, и я супер старый коп. И коммунист. Внезапно. Я рандомные реплики выбираю, потому что я все равно в этом не понимаю. Honor, моралист. Вот фашистом никогда не было. Ейсов 216. 18 лет. Трех людей убил. Это удивительно, конечно. Так, что я хотела? Не, ну раз я... Раз я столько говорила про коммунизм... Ладно. Как бы так. Может быть, хватит композер? Мне нужно логику компенсировать. А то, знаете ли, образ жизни немножко, да. Что-то не располагает к логике. А жаль. Да, метода такая, а жаль. И мне кажется, на этой прекрасной ноте можно остановиться. Например. Все-таки странно, я ж в эту игру уже играла и все равно, ну, многому удивляюсь. Хотя сейчас особо-то ничего не изменилось. Но я вломила Мержурхеду, например. Это прикольно. Но сегодня был довольно-таки продуктивный день, хоть и мне не удалось
купить штаны у Куна. Зато я немножко продвинулась в деле. Раздобыла всякого. Так что надо будет... Там. Принять таблеточек, покурить, запить все это борщом. И пойти расспросить еще раз ту девушку, диско-девушку. Как он говорил, диско-инферном? Да. Игра называется диско-иллюзиум, она говорит, ну вы тут вчера, конечно, устроили. Это был диско-инферном. Вот, как-то так. Так что... Всем счастливо, всего хорошего. Приходите еще. Пейте магний. Говорят, он полезен. Пока-пока.